ಸಪ್ತಮ ಬಾಧು ಶ್ರೀಕೇಶ ಪ್ರಸನ್ನಿವ ಭಾರತ ಸೀನಯು ಹೃಭರ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿಸೀದಂತಂ ಇದಂ ಬಚ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಸ ಅಸತ್ಯಾನ್ನನ್ನ ಸೂಚಸ್ತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾನಾಂ ಸುಭಾಗ ಗತಾಸು ನಗತಾಸು ಶಿಣಾನು ಸೂಚಂತಿ ಪಂಡಿತ ನತ್ತೀವಾಹಂ ಜಾತುನಾಥಂ ನತ್ತಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸದೇವಂ ಮತಃಪರಂ ದೀಹಿನಸ್ಮಿಂಜಥಾ ದೇಹಿ ಕೌಮಾರ ಯೌವನಂ ಜನಾಂ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನಯತಿ ಮಾತ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ಕೌಂತೇಯೌ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದಃ ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ಷ ಭಾರತ ಯಂ ಹೀನ ಬಥಯಂತಿ ತೇ ಪುರುಷಂ ಗುರು ಸರಸವ ಸಮಾ ದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮಿ ದತ್ತಾಯ ಕಲ್ಪತಿ ನಾಸತು ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವ ನಾ ಭಾವ ವಿದ್ಯತೆ ಸತಃ ಉಭಯೋರಪಿ ತಿಷ್ಟಂತ್ಯ ಸ್ತನಯೋಸ್ತತ್ತದರ್ಶಿಭಿಃ ಅವಿನಾಶೀತು ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ವಿನಾಶಮಭ್ಯಶ್ಯಾಸ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹತಿ ಅಂತಮಂತ ಇಮೇ ದೇಹ ನಿತ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಶರೀರಿನ ಅನಾಸೀನ ಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ಯುದ್ಧ ಭಾರತ ಜೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂತ್ಯಾನ ಜೈನ ಮನ್ನತೆ ಹತಂ ಉಭೌತೌ ನ ಬಿಜಾನೀತು ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ನತಿ ನ ಜಾಯತೆ ಮೃಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿ ನಾಯಂ ವೃತ್ಯಾ ಭವಿತಾವಾನುಭೂಯ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪ್ರಾಣ ನ ಹನ್ನತೆ ಅನ್ನ ವಾಣಿ ಶರೀರೇ ವೇದಾ ವಿನಾಶಿನ ನಿತ್ಯಂ ಯೈನಂ ಅಜಮಪ್ಪಯಂ ಸತಂ ಸ ಪುರುಷ ಪಾಠ ಕಂಘಾತಯತಿ ಹಂತಿಕಂ ಬಾಷಾಂಶಿಜೀರ್ಣಾಣಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ನವಾಣಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪುರಾಣಿ ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜಿನ್ಯಾ ನನ್ಯಾನಿ ಸಂಜಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹಿ ನೈನಂ ಛಿನ್ನಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೀರಂತ್ಯಾಪ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಅಚ್ಛಿದ್ದೋಯಂ ಮದಾಜ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಲಿದ್ಯೋ ಅಶೋಷ ಇವ ಚ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವ ಸತ ಸ್ವಾಣ ರಚೂಲೋಯಂ ಸನಾತನ ಅಭ್ಯಕ್ತಂ ಮಯಮಚ್ಛೀಂತು ಮಯಾಭಿಕಾರ್ಯ ಮಯಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿದಿತೈನಂ ನಾನು ಶೋಚಿತಮರಹಸಿ ಅದಚ್ಚೈನಂ ನಿತ್ಯಜಾತಂ ನಿತ್ಯಂ ವಾ ಮನ್ನಸೆ ಮೃತಂ ತಥಾಪಿ ತಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ನೈವಂ ಶೋಚಿತಮರ್ಹಸಿ ಜಾತಸ್ತಹಿ ಧ್ರುವೋ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮಂ ಮೃತಸ್ಸ ಚ ತಸ್ಮಾದಪರಿಹಾರ್ಯಾಚ್ಛಿ ನತ್ತಂ ಶೋಚಿತಮರ್ಹಸಿ ಅಭಕ್ತ್ಯಾದಿನಿ ಭೂತಾನಿ ವಕ್ತಮಧ್ಯಾನಿ ಭಾರತ ಅಭಕ್ತ ನಿಧನಾನ್ನೇವ ತತ್ರ ಕ್ಯಾಪುರಿವೇದನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿದೇನ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ವದತಿ ತಥೈವ Харе Кришна, дорогие преданные, мы сегодня
Завершаем первую главу Бхагавад-гиты. И начинаем вторую. После меня тогда Таруни, Абхадити, Анандасевья, Лила Махини, Радханама, Вишакхакаруна, Галина Жизневская, Галина Каткова, Елизавета, Ирина Падмамалини, Полина Тапася, Эльмира и Евгений. Евгений. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Адхарма бибават Кришна прадушьянти куластрия стришудушпасу варшния джаяте варнашанкараха. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин, а потом о Кришне, приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Комментарий Шрила Прабхупады. Благочестивое потомство является гарантией мира, процветания и духовного благополучия в обществе. Общество нашему строилось на религиозных законах, поэтому в нем всегда преобладали благочестивые люди, что способствовало развитию духовной культуры в государстве и обществе. Благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. Женщины, как и дети, очень подвержены дурному влиянию и легко поддаются на обман. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи. Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. По словам Чанаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, и потому им нельзя доверять. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции и были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае их целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества Варнашрамы. Разрушение устоев общества Варнашрама Дхарма приводит к тому, что женщины получают свободу действий и вступают в беспорядочные связи с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению. Как следствие этого в государстве начинает преобладать нежелательное население, что в свою очередь приводит к войнам и эпидемиям. Передаю слово. Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Махарадж. Дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Текст 41. Санкаро наракаива кулакхана ханам куласяча атанти питарохи ишам лупта пинто дакакрия. Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода отцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Комментарий Шрила Прабхупады. Согласно предписаниям Кармаканды, умершим членам семьи необходимо периодически подносить пищу и воду. Этот обряд неразрывно связан с поклонением Вишну. От видов пищи, предложенной Вишне, душа освобождается от всех последствий своих грехов. Иногда умершие члены семьи страдают, пожиная плоды своих греховных поступков. Некоторые из них даже не могут получить грубое материальное тело и вынуждены оставаться в тонких телах привидений. Но тот, кто подносит своим предкам просад, помогает им освободиться от этих и многих других страданий. Такая помощь предкам является одной из семейных традиций. И те, кто не занимается преданным служением Богу, должны обязательно совершать подобные обряды. Однако преданному не обязательно делать это. Просто занимаясь преданным служением, он может избавить сотни и тысячи своих предков от любых материальных страданий. Бхагаватам 11.5.41 говорится. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Деварши Бук Бхутаптан Наринам Питнам на Кинкаро Наям Рини Чаранжан
Сарват манаях шаранам шараньям, като мукундам парихритья картам. Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп мукунды, дарующего освобождение, кто оставил все мирские обязанности, с непоколебимой решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами, членами своей семьи, всем человечеством и предками. Бхагаватам 1.5.41. Служа верховной личности Бога, человек тем самым выполняет обязательства перед всеми остальными. Текст 42. Душар итаях кулаганам варна санкара карака их. Утса дьянте джати дармах кула дармаш ча шашватах. При грешении тех, кто разрушает семейные традиции, способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом. Комментарий. Социальная деятельность четырех сословий вместе с благотворительной деятельностью, которой занимается каждая семья в обществе, санатана дармы или варнашрама дармы, направлена на то, чтобы помочь человеку полностью освободиться от материального рабства. Поэтому, когда безответственные люди, стоящие во главе общества, разрушают традиции санатана дармы, общество царяется хаос, и люди забывают о высшей цели жизни Вишну. Таких вождей общества называют слепцами, а те, кто идет за ними, обречены жить в государстве, где нет и не может быть порядка. Передаю слово. Хари Кришна, Махарадж Тридзи, преданный, примите, пожалуйста, мой поклон. Текст 43. Утсана кула дармана манушья нам джанардана наракения там васо баватити анушу шрума. О Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду. Комментарий. Доводы Арджуны основаны на его личном опыте, а не на словах, услышанных от авторитетных учителей. Только так можно обрести истинное знание. Смысл этого знания открывается лишь тому, кто обращается за помощью к человеку, который уже постиг его. В обществе варнашрамы существуют традиции, по которой перед смертью человек должен покаяться и искупить свои грехи. Тот, кто много грешил, обязательно должен наложить на себя покаяние, которое на санскрите называется праяшчита. Иначе он неминуемо попадет на планеты ада, где будет страдать за свои прегрешения. Текст 44. Ахобата махарпапам картум яваситавьям ятраджья сукхалопхина хантум сваджанам удьютаха. Не странно ли, что и мы сейчас замышляем тягчайший грех? Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких. Комментарий. Человек, движимый корыстными желаниями, порой готов пойти даже на такой грех, как убийство собственного брата, отца или матери. История знает немало подобных примеров. Но Арджуна, безгрешный преданный Господа, всегда чтил законы нравственности и не хотел совершать подобные поступки. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, слава Шри Прабхупаде. Текст 45. Ядимам апратикарам ашастрам шастрапанаяха тхартараштра ранеханьюз танмекше матарам бавет. Пусть лучше сыновья Дритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося. Комментарий Шрилы Прабхупады. По правилам ведения боя, кшатрии не должны нападать на безоружного врага, не желающего сражаться. Однако Арджуна решил, что даже если враги нападут на него в таком состоянии, он не станет оказывать им сопротивление. Он не думал о том, насколько решительно настроена другая сторона. Все это проявлением мягкосердечности Арджуны, великого преданного Господа. Текст 46. Санджайо вача эвам утхварджуна санхе радхо пасха упавишат висриджья сашарам чапам шокасам вигнамана саха. Санджайо сказал, промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колесницу, охваченный скорбью. Комментарий. Осматривая позиции врага,
Арджуна, сидевший в колеснице, поднялся, но скорбь его была так глубока, что он снова сел, отложив в сторону лук и стрелы. Столь добрый и мягкосердечный человек, занятый преданным служением Господу, достоин того, чтобы получить духовное знание. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в первой главе Шримад-Бхагавад-Гиты, который называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетра». Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Глава 2. Краткое изложение Бхагавад-гиты. Санджая Вача. Там татха крипа я виштам ашру пурну кулекшанам. Вишудан там и дам вакьям. Увача маду суданаха. Санджая сказал, увидел, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, и глаза его полны слез. Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Мирское сострадание, скорбь и слезы выдают человека, забывшего свою истинную духовную природу. Тот, кто осознает свою духовную природу, проявляет сострадание к вечной душе. В этом стихе примечательно слово Мадхусудана. Некогда Господь Кришна убил демона Мадху. Теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил демона сомнений, который завладел Арджуной и мешает ему исполнять долг. Люди не знают, на что следует направлять свое сострадание. Какой смысл сострадать одежде утопающего? Человека, тонущего в океане невидения, нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, то есть спасая его материальное тело. Того, кто не знает об этом и скорбит об одежде, называют шудрой. Человек, который скорбит напрасно. Арджуна был кшатрием, и ему не подобало вести себя таким образом. Поэтому Господь Кришна решил развеять его скорбь, вызванную невежеством. И именно с этой целью он поведал Бхагавад-гиту. В этой главе Шри Кришна, главный знаток духовной науки, объясняет, как осознать свое истинное «я» путем аналитического изучения природы, материального тела и вечной души. Постичь эту науку может лишь тот, кто не привязывается к плодам своего труда и полностью сосредоточен на познании своего истинного «я». Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Шри Бхагавану Вачам, Кутаства Каш Малам Идам, Ванаши саму пастхитам, анарья джуттам, асваргьям, акирти карам арджунам. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию». Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна – это Бог, Верховная Личность. Поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван представляет собой высший аспект абсолютной истины. Существуют три стадии постижения абсолютной истины. Брахман, или безличный, вездесущий дух, параматма, ипостась Всевышнего, пребывающая в сердце каждого живого существа, и, наконец, Бхагаван, или Верховная Личность Бога, Господь Кришна. В Шримад-Бхагаватам 1.2.11 эта концепция абсолютной истины описана следующим образом. «Виданти тат татва видас, татвам ядж гьянам адвайям, брахмети пара метмети». Бхагаван ити шабдьяти. Абсолютную истину постигают в трех аспектах, которые не отличны друг от друга. Их называют брахманом, параматмой и бхагаваном. Эти три ипостаси Бога можно объяснить на примере солнца, которое также проявляется в трех ипостасях в виде солнечного света, солнечного диска и планеты Солнца. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени познания. На следующей ступени человек познает солнечный диск,
Однако глубже всех понимает природу Солнца тот, кто достиг этого светила. Рядовых исследователей, которые довольствуются изучением свойств солнечного света, его проникающей способности и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект абсолютной истины – безличный брахман. Более глубокий исследователь, обладающий знанием о солнечном диске, подобен человеку, постигшему более высокий аспект абсолютной истины – параматму. А того, кто проник в самое сердце планеты Солнца, сравнивают с человеком, осознавшим высший личностный аспект абсолютной истины. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. Вот почему Бхакт или тех, кто постиг абсолютную истину, как Бхагавана, считают лучшими среди людей, стремящихся овладеть духовной наукой. Хотя все, кто пытается постичь абсолютную истину, изучают один и тот же объект. Свет Солнца, солнечный диск и сама планета Солнца неотделимы друг от друга. Однако это не значит, что все исследователи, изучающие различные аспекты Солнца, относятся к одной и той же категории. Великий мудрец и знаток вед Парашара Муни, отец Вьясадевы, объясняет значение санскритского слова «бхагаван» следующим образом. Бхагаваном называют верховную личность, которая владеет всеми богатствами, всей силой, славой, красотой, знанием и самоотречением. На свете много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, обладают огромным знанием или способны к самоотречению. Однако никто из них не может претендовать на то, что обладая всеми богатствами, всей силой и прочим в полном объеме. Право говорить так о себе имеет только Кришна, ибо он верховная личность Бога. Но ни одно живое существо, даже Брахма, Шива или Нарайна, не наделено этими совершенствами в той мере, в какой они присущи Кришне. Поэтому в Брахма-самхите сам Господь Брахма утверждает, что Кришна – это верховная личность Бога. На свете нет никого, равного ему или более великого, чем он. Кришна – предвечный Господь, Бхагаван, которого называют Говиндой. Он – высшая причина всех причин. Ишварах Парамах Кришнах, Сатчитананда Виграха, Анадир Адир Говиндах, Сарвах Карана Каранам. Многие обладают качествами Бхагавана, но Кришна превосходит всех, ибо никто не может затмить его. Он – высшая личность, а его вечное тело исполнено знания и блаженства. Он – предвечный Господь Говинда, причина всех причин. Брахма Самхита 5.1. В Бхагаватам перечислено много воплощений верховной личности Бога. Однако Кришна назван в нем изначальной личностью Бога, источником всего множества воплощений. Этэ чамша калах кумсах кришнасту бхагаван сваям, индрари вьякулам локам, мридаянти юге юге. Все перечисленные здесь воплощения Бога – это либо полные проявления, либо части полных проявлений Верховного Господа. Но Кришна – это сам Верховный Господь, Личность Бога. Бхагаватам 1.3.28. Передаю слово. Галина Каткова. Хари Кришна, Яда. Примите, пожалуйста, мой поклон со славой Шри Прабхупаде. Таким образом, Кришна является изначальной верховной личностью Бога, абсолютной истиной, источником сфер души и безличного брахмана. В присутствии верховной личности Бога сетования Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядят довольно неуместными, поэтому Кришна выражает здесь удивление, произнося слово «кутах» – «откуда?». От человека, принадлежащего к числу цивилизованных людей, ариев, трудно было ожидать проявления подобной слабости. Ариями называют тех, кто понимает истинную ценность человеческой жизни и чья культура основана на принципах духовного самопознания.
Люди, имеющие материальные представления о жизни, не знают, что высшая цель жизни – постичь абсолютную истину, Вишну или Бхагавана. Очарованные внешним блеском материального мира, они не понимают, что такое освобождение. Такие люди, не знающие, как освободиться из материального плена, недостойны называться ариями. Арджуна был кшатрием, однако он отказался сражаться, тем самым уклоняясь от исполнения своего долга. Подобное малодушие не к лицу настоящим ариям. Отказ исполнять свой долг мешает духовному развитию человека и лишает его возможности прославиться в мирской жизни. Господь Кришна не одобрил должного сострадания, ложного сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам. Текст третий. Клаибьям мас магамах партха наита твои упападьяты кшудрам хридая даурбальям тиактво тиштха парантапа. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна называет Арджуну сыном Притхи, которая была сестрой Васудевы, отца Кришны. Таким образом, Арджуна и Кришна были кровными родственниками. Если сын кшатрии отказывается сражаться, значит, он только называется кшатрием, а если сын брахмана ведет неправедную жизнь, он брахман только по имени. Такие кшатрии и брахманы недостойные сыновья своих отцов. И Кришна не хотел, чтобы Арджуна вел себя как недостойный сын кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна, правя его колесницей, руководил всеми его действиями. Но если Арджуна покинет поле боя, то, несмотря на все эти преимущества, его поступок принесет ему бесчестие. Вот почему Кришна говорит, что поведение Арджуны не делает ему чести. На это Арджуна мог возразить, что, покинув поле боя, он проявит малодушие к досточтимому Бхишме и другим сородичам. Однако Кришна считает подобное проявление великодушия обыкновенной слабостью. Такое поведение воина не одобряет ни шастры, ни мудрецы. Поэтому тот, кто подобно Арджуне действует под непосредственным руководством Кришны, не должен поддаваться порывам такого великодушия или непротивления злу насилием. Текст четвертый. Арджуна увача. Елизавета, спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна, мои поклоны. Текст четвертый. Арджуна увача, катхам бишма махам санхи, дронам ча матху суданам, шубхих прати. И шубхих пратиот сями. Пуджашха фари судана. Арджуна сказал, о покоритель врагов, сразивший демона Матху, могу ли я выпускать стрелы в людей, подобных Бишме и Дроне, которых я должен боготворить? Комментарий. Старейшинам рода, таким как дед Бишма и Дроначария, всегда надо выражать почтение, даже когда они нападают. Им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так как же мог Арджуна, пусть даже защищаясь, сражаться с ними? Разве сам Кришна посмел бы напасть на своего деда Уграсену или учителя Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуны. Текст 5. Гуру Нахатва Хима Ханум Бхаван Шиё Бхактум Бхаикшем Апихалоке Адхартха Камам Стугуруны Хайва Пунджия Бхаван Рудхира Прадикхан. Уж лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Комментарий. В священных писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться. Бхишма и Дрона чувствовали себя обязанными принять сторону Дурьотхны, поскольку тот оказывал им материальную поддержку. Хотя в таких обстоятельствах они должны были отбросить подобные соображения. Этот поступок лишил их права пользоваться почетом и уважением, которые оказывают учителям. Однако Арджуна продолжает считать их своими наставниками. Поэтому для него наслаждаться материальными благами, полученными ценой их жизни, все равно, что наслаждаться трофеями, крапленными кровью. Передаю слово. Ирина. Ага, Хари Кришна. А, так,
Сейчас, минутку, не вижу немножко. Так, на чай, чай тот вид махка таранка. Можно я без санскрита? Я не очень. Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Сыновья Дхритараштры стоят сейчас перед нами на поле боя. И если мы убьем их, жизнь наша утратит смысл. Комментарий. Арджуна не знал, что ему делать. Вступить в сражение, рискуя убить тех, кого нельзя убивать. Даже если к этому его зовет долг кшатрия, или уйти с поля боя и жить на подаянии. Если он не вступит в битву и не одолеет врага, милостыня станет для него единственным средством существования. К тому же у него не было полной уверенности в победе. Ее могла держать и та, и другая сторона. Но даже если победа будет на их стороне, ведь он не сражается за правое дело, а сыновья Дхритарашты погибнут в сражении, то пандавам будет очень трудно жить без них. Это тоже будет своего рода поражение. Доводы Арджуны доказывают, что он был не только великим преданным Господа, но и в высшей степени просвещенным человеком, а также в совершенстве владел своим умом и чувствами. Его готовность нищенствовать, невзирая на свое царское происхождение, еще одно доказательство его самоотречения. Он был по-настоящему добродетельным человеком, о чем свидетельствуют все эти качества, а также его вера в наставление Шри Кришны, его духовного учителя. Отсюда следует, что Арджуна был достоин освобождения из материального плена. До тех пор, пока человек не обуздал чувства, он не сможет обрести знания, а тот, кто не обладает знанием и не занимается преданным служением Господу, лишен возможности получить освобождение. Арджуна был щедро наделен всеми этими достоинствами в дополнение к своим выдающимся материальным способностям. Передаю слово. Алина. Харе. Простите. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Карпания доша па ата свабавах. Пришхамитвам дхарма самудхачитах и ачхриях сия нишчитам брухитам ме шишайстехам шатхимам твам парапаннам. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. Природа устроена так, что материальная деятельность, которой мы занимаемся, ставит каждого из нас в очень трудное положение. Трудности подстерегают нас в каждом шагу, поэтому все мы нуждаемся в помощи истинного духовного учителя, способного объяснить, как достичь высшей цели жизни. Все ведические писания призывают нас обратиться к истинному духовному учителю, чтобы он распутал клубок наших жизненных проблем и вывел нас из трудного положения, в которое мы попали помимо своей воли. Эти проблемы подобны пожару, который вдруг без видимой причины возникает в лесу. Материальный мир устроен аналогичным образом. Трудности приходят к людям сами, как незваные гости. Никто не хочет пожара, но он все равно возникает, и мы начинаем лихорадочно думать, как спастись от него. Поэтому ведические писания гласят, чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому вместо того, чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха. Кого же беспокоят материальные трудности? Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. Брихья Араньяка Упанишад 3.8.10 о таком человеке сказано следующее. Йова этат акшарам гарги авидит васама лакат праити сакрипанах. Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом. Человеческая жизнь – самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. В противоположность ему –
того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называет брахманом. Эй этат акшарам гарги видит смац лакат праитиса брахманах. Спасибо, передаю слово. Падмамалини, потом Тапасина. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Крипана, скупцы, напрасно теряют отпущенное им время, ибо чрезмерно привязаны к своей семье, родине и обществу. Материальные представления о жизни делают таких людей рабами своей семьи, жены, детей и других родственников. В основе этой привязанности лежит кожная болезнь. Имеется в виду отождествление себя или другого человека с материальным телом. Крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти или верит, что семья и общество спасут от смерти его. Привязанность к семье существует даже у животных, которые тоже заботятся о своих детях. Будучи человеком разумным, Арджуна осознавал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели были причиной тех трудностей, с которыми он столкнулся. Арджуна понимал, что его долг сражаться. Однако, поддавшись слабости, вызванной скупостью, он оказался не в состоянии выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа Кришну, изначального духовного учителя, вынести окончательное решение. Он предается Кришне и становится его учеником. Он хочет прекратить дружескую беседу. Беседа между духовным учителем и учеником всегда серьезна. И Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем. Так Кришна стал первым духовным учителем, который поведал науку Бхагавад-гиты. Арджуна – первым учеником, постигшим ее смысл. О том, как Арджуна сумел понять Бхагавад-гиту, повествуется в ней самой. И тем не менее, недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как личности, а не рожденному в Кришне. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы. И тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, величайший глупец. Благодарю, передаю слово. Так, Тапасю не слышно. Хари Кришне, дорогие преданные, примите мои поклоны. Нахи пропащья ми мама пану яда ядшхока хучхошанам индриянам авапья пхума асапатнам ритхам раджьям суранам апичат и падьям. Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю цветущее царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители. Комментарий. Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм. И все же без помощи духовного учителя Господа Шри Кришны он не смог разрешить мучившую его проблему. Ему стало ясно, что все его так называемые познания не помогут ему решить проблемы, которые буквально оглушили его. И без духовного учителя, подобного Господу Кришне, он был не в состоянии справиться с ними. Академическое образование, глубокие познания или высокое положение в обществе не избавит нас от проблем. Помочь в этом может только духовный учитель, подобный Кришне. Отсюда следует, что истинным можно считать только того духовного учителя, который обладает сознанием Кришны, ибо он способен разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Чайтанья говорил, что истинным духовным учителем может стать любой, кто постиг науку сознания Кришны, независимо от того, какое положение в обществе он занимает. Ибо випра кибаньяси, шудра кеняная, ей Кришна тадва вета, сэй горахая. Если человек, будь он випрой, знатоком ведических писаний, монахом,
отрекшимся от мира, или же простолюдином, если он обладал наукой сознания Кришны, значит, он достиг совершенства и является истинным духовным учителем. И наоборот, того, кто не постиг науку сознания Кришны, нельзя считать истинным духовным учителем. В ведических писаниях говорится то же самое. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мой поклон. Шаткарма нипуно випро мантра тантра вишарада а вайшнаво гуру насят вайшнавах швапачо гуру. Ученый браман, следующий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является вайшнавом, то есть не владеет наукой сознания Кришны. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем. Падма Пурана. Проблему материальной жизни, рождения, старость, болезни и смерть нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни. Но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования. Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя. Однако истинное счастье можно обрести, лишь обратившись за советом к Кришне или к Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам, книгам, в которых изложена наука о Кришне. Чтобы понять наставление Кришны, необходима помощь его истинного представителя, то есть человека, обладающего сознанием Кришны. Благодарю, передай слово. Киртида, Карпура Манджари, Шимати, Оля. Хари Кришна, дорогие преданные, примите поклон, пожалуйста, слава Шри Прабхупаде. Если бы экономическое благополучие и материальное удобство могли избавить человека от проблем, с которыми он сталкивается в семье, обществе, государстве или в масштабах всего мира, Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому не грозят никакие враги, или власть, которой обладают небожители, не могут заглушить его скорбь. Это побудило Арджуну искать утешение в сознании Кришны. Только тот, кто идет этим путем, сможет достичь мира и гармонии. Экономического благополучия или мирового господства нас могут в любой момент лишить стихийные бедствия. Даже жизнь на высших планетах, например, на Луне, которая так рвется сейчас человек, в какой-то момент подходит к концу. Подтверждение этому мы находим в Бхагавадгите 9.21. Кшине пуне мартия локам вишанти. Исчерпание счастья на самое дно жизни. Это участь постигла многих сильных мира всего. И падение не принесло им ничего хотим. Навсегда то должны принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ним проблемы. А это возможно только с помощью сознания Кришны. Хари Кришна. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Дорогой Махарадж, дорогие преданные. Текст 9. Санджа Увача. Эва муктва хришикешам, гудакешах парантапаха, найотся идти гофиндам, муктва тушним бабхуваха. Санджа продолжил. Произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил. Говинда, я не буду сражаться. И умолк. Комментарий. Тхитарашта, должно быть, возликовал, когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться, что он хочет покинуть поле боя и жить подаянием. Однако Санджая поспешил разочаровать его, назвав Арджуну покорителем врагов Парантапаха. Хотя Арджуна на какое-то время поддался горю, вызванном иллюзорной привязанностью к родным и близким, он тем не менее вручил себя Кришне, изначальным духовным учителем, став его учеником. Это было залогом того, что он очень скоро избавится от ложной скорби, обретя совершенно духовное знание или сознание Кришны, непременно вступит в бой. Таким образом, радость Тритарашты будет недолгой. Получив от Кришны духовное знание, Арджуна будет сражаться до победного конца. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Текст 10. Там у ванчах решики шах, прахасан и вабхарата. Сенайор Упхайор Матхье, Вишидан там и дам в очах. О потомок Бхарды. Тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Комментарий Шрилы Прабхупады.
то была беседа двух очень близких друзей, Хришикеши и Гудакеши. Будучи друзьями, они общались на равных, однако сейчас один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался, потому что его друг решил стать его учеником. Как Господь всех живых существ, Кришна всегда занимает главенствующее положение и является повелителем каждого. Тем не менее, он соглашается стать другом, сыном или возлюбленным преданного, который желает видеть его в этой роли. А сейчас, когда преданный выбрал его своим учителем, Господь тотчас вошел в роль и заговорил с ним как учитель с подобающей серьезностью. Разговор учителя с учеником проходил открыто, на виду у обеих армий, так, чтобы все, кто находился на поле боя, смогли извлечь из этого разговора благо. Таким образом, наставления Бхагавад-гиты обращены не к какому-то отдельному человеку или группе людей, а предназначены для всех, и для друзей, и для врагов. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, Абариша Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Шивгаванувача, ашочан вашочествам, праджавадам шчабашасе, гатасу нагатасум шча, нанушучанти пандитага. Верховный Господь сказал, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Комментарий Шилбрупады Киджай. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, назвав его, хоть и не прямо, глупцом. «Ты говоришь, как ученый, — сказал Господь, — но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой, и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знания значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принцип религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества, однако ему было невдомек, что знание о материи, душе и Всевышнем выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком, и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Спасибо, передаю слово. Евгений Прабу у нас остался, ну? Так, не слышно, Евгения. Хари Кришна, слышно? Да. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна, дорогие преданные. Примите мои поклоны. Текст 12. На ту эвахам джату насам натвам неме. Джанант хитах, джанант питах, хипах, начаива, напхавиш, ямах, сарве, ваям, атах, парам. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведических писаниях, например, в Катха, Катха Упанишат и в Швета Шватара Упанишат говорится, что Верховный Господь поддерживает жизнь бесчисленных существ разных видов и форм. Он обеспечивает их всем необходимым, учитывая деятельность каждого из них и ее последствия. Тот же самый Верховный Господь в образе своей полной экспансии пребывает в сердце каждого живого существа. Только святые, которые способны видеть Верховного Господа внутри и снаружи всего, обретают вечный мир в душе. Нитьё, нитьянам, четанаш, четананам, эко, бахунам, йо, видат, хати, каман, там, атмацхам, е, ну, шьянтит, хирас, тешам, шантиш, шашвати, нетара, нетерешам, катхаупанишат, 2.2.13. Кришна открыл Арджуне ведическую мудрость специально, чтобы ей могли воспользоваться все люди, в том числе и те, которые выдают себя за великих ученых, хотя на самом деле обладают весьма скудными знаниями. Господь ясно говорит, что Он сам
Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, вечно являются индивидуальными существами. Господь – вечный хранитель всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных. Он – верховная личность. А Арджуна – неизменный спутник Господа и цари, собравшиеся на поле боя, подчиненные ему вечные личности. Ошибочно думать, будто они существовали как индивидуумы в прошлом или перестанут быть вечными личностями в будущем. Их индивидуальное бытие никогда не прерывалось и не прервется. Поэтому ни у одного живого существа нет и не может быть причин для скорби. Харе Кришна, передаю слово. Харе Кришна. Ну, все уже, да, у нас прочитали. Перейдем к обсуждению. Мы закончили первую главу. Кто мог бы коротко в одном предложении описать суть первой главы? Коротко. Лила Махини, да? Хари Кришна. Эта глава символизирует Вишада-йогу, то есть отчаяние Арджуны. Йога-отчаяние называется еще. Вишада-йога. Чем вызвано его отчаяние? Вызвано скорбью. Там приводится пять причин, по которым он не хотел сражаться. Вот. Чем вызвана скорбь? Отождествлением себя с этим материальным телом. Да, причина скорби и иллюзии – это материальное сознание, да? Так коротко можно выразить содержание первой главы. Спасибо. Так, кто может, да, перечислить основные аргументы Арджуны, почему он все-таки не хотел сражаться? Харе Кришна, Гуру Махарадж. Можно, Евгений? Галина первую руку подняла. Давайте Галина начнет. Харе Кришна, примите поклоны. Спасибо за чтение. Первый аргумент – это сострадание, то, что он сострадал всем своим близким, родственникам, людям. Второй аргумент – это как наслаждение. Он хотел наслаждаться. Он говорил… Как я буду жить, если все погибнут и все будет залито кровью, то я не получу никакого блага в будущем. Никто не получит, как мы будем жить. Вот. А третий аргумент – это грех. То есть он боялся совершить грех. Он говорил, мы же совершим грех, если мы убьем своих учителей и родственников. Вот. А четвертый аргумент – это, честно говоря, забыла, но там о защите женщин, что вот женщины должны быть благочестивые. Если все убьем всех наших, то будущие поколения останутся без принципов религии, они не будут знать принципы религии, и женщины начнут развращаться, и тогда дальше потомство будет неблагочестивым. Вот я так поняла. Благодарю. Спасибо. Евгений Прабух, что-то еще добавите к этому? Харе Кришна, не знаю, созвучно или нет, но вот он один из аргументов приводил такой, что как можно наслаждаться царством, убив родственников и всех. То есть можно наслаждаться, но не убив, как бы он говорил, что готов. Я не готов как бы наслаждаться царством, убивая, а вот так, один из аргументов, что он как бы в таком состоянии был в иллюзии, что царством нужно, но чтобы родственники остались все, и я готов, а вот убивать не готов ради наслаждения. Харе Кришна. Либо Киртида, да, хотела в эту же тему добавить, да? Ну
Да, там получается, вот последняя матушка назвала момент, там, ну, по-моему, приводился к уничтожению династии, то есть появление будет нежелательного потомства Варнасанкары, и таким образом династия будет уничтожена, если он, как он говорил, начнет, будет сражаться, да, хотя потом Кришна скажет, что если ты не будешь сражаться, тогда все последуют дурному примеру. Хари Кришна, спасибо большое за ваше попытки. Спасибо. Так, Радханама на эту же тему? Просто Арджуна, он был преданным, у него было очень мягкое сердце, и он вот так размышлял, как преданный, такой вот мягкосердечный. Ну вот его аргументы, они правильные или нет? Да, они правильные, так как он преданный, но так как Кришна сказал ему действовать должным образом, и он послушался Кришну, то есть он стал действовать так, как стал духовный учитель Кришны. Ну, он стал его духовным учителем, и поэтому он принял его авторитет. Да, то есть есть разные уровни наставлений. Есть дхарма-шастры, которые дают наставления на уровне дхармы. Есть артха-шастры, которые дают наставления, как благочестивыми способами зарабатывать себе на жизнь. И вот в соответствии с этими наставлениями его аргументы правильные, да, то есть... С точки зрения дхармы все правильно, но если с точки зрения Кришны, у Кришны были другие планы. У него был другой план, поэтому с точки зрения, да, его наставления выглядят очень неуместными. Да. Хорошо. Так, еще у нас здесь одна тема в первой главе. Это признаки победы пандавов. Кто мог бы перечислить признаки победы пандавов? Киртина, да? А, Гуру Махараджа, можно попробовать? Хари Кришна. Алена, ну давай, да. Начни. Признаки победы. Да. Ну, первое, что вот когда на стороне Кришны сам Господь, это уже как бы свидетельствует о том, что будет победа 100%. Как бы даже сам Санджай говорил, что ну, здесь вот беспроигрышный вариант, что как бы что Арджуна, армия Арджуны выиграет, потому что как бы где Кришна, там и победа, то есть там и богиня Лакшми. То есть это первая, ну, победа, плюс, ну, как бы. Победа в том, что если тебя наставляет сам Кришна или духовный учитель, это уже победа в жизни, то, что ты уже победил. То есть если мы постигаем науку о душе и понимаем, что, ну, как бы это сложно не было понять, что мы не тело, то есть это уже как бы великая победа. Вот, ну, вот то, что я хотела добавить. И вот, ну, самое главное, вот еще вот я хотела просто отметить, что при чтении... Ну, это, наверное, не первая глава, скорее всего, вторая, что мы должны как бы слушать своего духовного учителя и следовать его наставлению. И то есть вот Арджун уже воспринимал разговор Кришны не как любимого друга или родственника, а как отношение с духовным учителем. То есть это тоже признак победы. Если мы смиренно слушаем и следуем наставлениям духовного учителя, то все постижение как бы духовного и даже и не только духовного, и материального, то есть всегда закончится победой. То есть вот даже вот я сейчас читаю вот параллельно Шримад Бхагаватам Гуру Махарадж, и там вот на странице, где Нарада дает наставление в Ясадеве, что действительно, то есть принцип слушания, исследования с верой, именно с верой, с великим святым, то есть это вот настоящая победа, вот и каких вот высот на самом деле достиг Шри Нарада Муни. Хари Кришна, мои поклоны. Хари Кришна, спасибо. Киртида. Хари Кришна, еще раз спасибо большое. Ну, если я не ошибаюсь, там в самом святом месте Кшетра, Курукшетра, то есть само действие проходило на поле Курукшетра, это святое, когда святое место, и оно будет благоприятствовать праведным людям, то есть пандавы были праведными, поэтому это один из признаков. Второй признак, если я правильно поняла, то это то, что Дурьотхана, он совершил оскорбление своего учителя. Он подошел и как бы намекнул ему, что погляди, что твой ученик, как твой ученик выставил эти фаланги, то есть он их совершенно образом выставил, то есть ты сам себе, в общем, сделал, как бы, ну не то, что доброе дело, то есть он научил врага. И этим самым Дурьотхана, как бы он, ну, у него оскорбление духовного учителя.
Второй, это, как уже сказали, да, Кришна был на стороне пандавов. А там, где Кришна, там Лакшми, богиня удачи. То есть она всегда с ними, с ним. И, по-моему, колесница Арджуне была подарена Господом огня, по-моему, если я не ошибаюсь. Флаг там был также, Хануман. Хануман изображен на флаге. Это, он, по-моему, Господи Рамачандре одержать победу. То есть уже как признак. Когда в раковины дули, то есть когда Кришна затрубил в раковину, сердца врагов, противников содрогнулись, но когда Бхишма затрубил в раковину, в общем, это не вызвало никакого такого потрясения. И еще что-то, по-моему, было, сейчас попытаюсь вспомнить. Ну, давайте еще попробует у нас. Радханама, да, вы хотели тоже на эту тему? Я попробую сказать. Ну да, вот то, что в раковину, когда затрубили, вот, сердца врагов дрогнули, а когда Кауравов затрубили, тогда у пандавов не дрогнули сердца, потому что они были очень праведные и чистые. Чистота, она дает вот такую вот духовную силу. Бесстрашие. Спасибо. Так, Галина, да, тоже хотела добавить? Да, еще там есть признак, когда Господь Хришикеша, он будет лично, сам лично управлять чувствами Арджуны в этой битве. Это тоже признак. И еще там есть признак, когда Дурьодана сказал, что они готовы отдать за меня свою жизнь. Это тоже как бы он предрек, что они все погибнут. И это тоже признаком является. Вот. И вот, пожалуй. Mm-hmm. Да, и то, что когда Бишма трубил в свою раковину, которая олицетворяла богиню Лакшми, вот она является это символом Вишну, это, ну, то есть вот эти раковины. Ну, про них уже тоже говорили, по-моему, извиняюсь. Тоже признак победы. Хари Кришна. Они названы божественным, названы эти раковины. Дивья Шанка Прадад Матух, да? Дивья. То есть у них были особые раковины. А, хорошо. Карпура Манджари на эту же тему, да? У вас, Хари Кришна, я хотела спросить, у вас вопрос, какие признаки победы, да, был? Я прослушала. Да. Ну, в 8 стихе Шрила Прабхупада говорит, в 9 стихе Гудакешах Парантапах слово Шрила Прабхупада комментирует, что вот Арджуна покоритель врагов. Это, говорит, ну, переводится так. И таким образом он разочаровал Дритараштру. Ну, это признак, что Арджуна победит. Здесь Санджая называет его победителем. Спасибо большое. Спасибо. И Ананда Сэви, да? Да, мои поклоны. И еще в 19 стихе говорилось про убежденность преданного в том, что Кришна его защитит, и это заставляет трепетать сердца врагов. Да, то есть много признаков, да, много признаков того, что победят пандавы, хотя их армия была намного меньше, чем армия Кауравов. Перед началом битвы Кришна дал выбор Дурьодхане и Арджуне. Он сказал, есть моя армия, очень большая, и есть я, но я сражаться не буду, и вы можете выбрать. Один из вас может взять меня, другой может взять мою армию. И первым выбор был дан Арджуне, и Дурьодхана он просто переживал, подумал, сейчас армию заберет. Потому что от Кришны толку никакого, он сражаться не будет. А вот армия, армия. И тут Арджуна говорит, я выбираю Кришну. И Дурьодхана был просто в восторге. Он подумал, все, армия моя.
теперь мы победим. Он совершенно, да, не понимал положение Кришны, что даже если Кришна не будет сражаться, все равно тот, на чьей стороне он победит. Мы закончили первую главу, которая описывает результат материального сознания. Арджуна выразил, да, материальное сознание. И результат материального сознания – это иллюзия и скорбь. Он не знает, что делать дальше. И вторая глава начинается с того, что он вручает себя Кришне. Он говорит: «Шишьястыхам шатхимам твам прапаннам». Прапаннам значит «я предаюсь». Говорит: «Я вручаю тебе свою жизнь, теперь я твой ученик, наставляй меня». И в 11 стихе Кришна начинает давать наставления. Мы прочитали первое наставление Кришны, 11-12 стихи. Кришна начинает самое важное наставление с того, что ругает, да, Арджуну косвенно, его высмеивает. Он говорит: ты говоришь очень мудрые слова, но мудрецы, они не скорбят, а ты сейчас в скорби, поэтому твои мудрые слова не имеют ценности. Никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари. Никогда не будет так, чтобы кто-либо из нас прекратил свое существование и так далее. Мы подошли вплотную к 13 стиху, самому знаменитому, и завтра мы будем читать уже. Угу. Так, сегодня у нас присоединилась Киртида. Как там у вас харинамы зимние проходят или нет? Киртида, слышит нас? Похоже, плохой интернет сегодня в Петропавловске-Камчатском. Угу. Так, Евгений, да, понял. Хари Кришна, Гуру Махарадж. А вот по тексту у меня вопрос был у нас вчера на нашей вьятре. И прямо мы сегодня читали, и хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, постижение Бога идет с помощью трех аспектов: Бхагаван, сверхдуша, параматма и абсолютная истина. И вот там преданные разделились, что вот параматма находится как независимый наблюдатель и молча смотрит на наши действия и санкционирует. А другие сказали, что она тихим голосом нам советует кое-что, и мы должны прислушиваться к этому голосу. Так вот, как бы совет, есть ли такая, ну, как бы, как сказать, функция у параматмы тихим голосом советовать нам что-либо? Что, как бы, шастры говорят нам? Хари Кришна. Ну, мы должны совершить определенные действия в соответствии с нашей кармой, поэтому параматма нас к этому каким-то образом подталкивает, не знаю, тихим голосом или громким. Подталкивает к определению, к совершению определенного действия. Направляет в соответствии с нашей кармой. Но когда человек становится преданным и хочет личностных отношений с Господом, то сам Господь лично уже проявляется в его сердце, то есть уже вот эта позиция, да, наблюдателя преданного не устраивает, когда просто параматма наблюдает и санкционирует его действия. Такие отношения преданного уже не устраивают. Он хочет личных отношений с Кришной, поэтому Кришна лично проявляется как личность. Хари Кришна. Так, Евгений.
Я хотел еще сказать, у нас вчера хорошая благостная харинама прошла такая, знаете, ростовская ятра нас утром благословила, я на Шримад Бхагаватам получил благословение, так сработали они круто, знаете, прям, ну, мы не ожидали. Прям люди подходили, участвовали, пытались играть, петь, ну, неожиданно благословения так сработали, на удивление. Даже дети приходили, там просили, дайте поиграть, играли там, преданные так прям, ну, неожиданно. Зима, холодно, вроде бы люди бегут куда-то, а почему-то Кришна их привел, и прям так благостно прошла харинама. Харе Кришна. Харе. Да, хороших вам харинам. Так, радханама. Махарадж, Харе Кришна, вот вчера тоже киртанмела такая была очень-очень мощная, сильное погружение в то имя, и также книги выходила, распространяла. Тоже искренние души такие попадали. Дедушка такой попался, на войну прошел. Он говорит, много литературы читал, ну, взял книжку, то они пожертвовал. Там рассказал про войну, как они там выживали. Вот. Потом дяденька тоже книжечку взял, но он мне пожертвовал, говорит, а куда эти деньги пойдут? Я говорю, ну, мы выкупаем книги, чтобы это знание распространять. Вот. Он говорит, ну, хорошо, почитаю. Вот. Ну, хорошо, у меня такой вопрос. А вот помните имя преданного, который разбился на машине, и ему до смерти, ну, удивился Господь Читания или духовный учитель, я не помню. И он сказал ему, чтобы, ну, что он его заберет. И он тогда сделал все свои вот эти вот материальные вещи, там, имущество на мать переписал, там, ну, как бы, все сделал. И он не расписал. Знаете, такое что ли? Да. Это у нас Ананга Махан, да? Да. Спасибо, да, вот имя хотела узнать, просто уже я бы тоже так хотела. Я много имущества переписать его детям. И уйти. Ну, на нем была записана храмовая квартира, он ее на храм переписал. И что еще у него? А, ну и он оставил завещание, чтобы тело кремировали, потому что он чувствовал, что родственники захотят похоронить, поэтому он написал завещание, чтобы тело кремировали, и родственники согласились. Они не хотели кремировать, но когда увидели завещание, они согласились. Спасибо. Конечно. Так, Ишак Харуна, да, у нас осталось. Спасибо за нектар, Санкин. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Смотрю, время уже много, и поэтому не поднимаю руку. Вот, ну да, вчера вот мы выходили тоже с мамой, пошли как раз к родственникам, там я просад сготовила, вот, и отнести. Вот, и по пути говорю, мама, пойдем по магазинам книги распространять. Она такая, ну ладно, пойдем. В общем, помогла мне забрать книги. Такая притащила из своей комнаты. У меня там в племяннице комнаты книги стоят. Она притащила. У меня, говорит, вот еще есть. Все притащила, пошли. В общем, я говорю, мама, ну куда, по каким магазинам-то идти? Говорит, ну она такая, ну вот в этот зайди, там это продают вещи, там такие продавщицы, такие благостные. В общем, по маминому указанию там ходила, куда заходить. Говорит, ну я тут, говорит, тебя на улочке подожду. Я говорю, тогда молись, мама, повторяй Харе Кришна мантру. Ну, в общем, она там, пока я там ходила, она все время махамантру повторяла. Вот, и вот первый магазин, куда она сказала зайти, там две женщины такие были, продавщицы, говорю, девчонки, говорю, хороших вам покупателей, говорю, никого нету, да, говорю, тогда книжки вот почитайте, а веды, ну, там с ними поговорила, говорит, а одна такая, говорит, да, я это в курсе уже знаю, там слушаю лекторов, я такая, ого, говорю, ну, тогда вот возьмите, в общем, они там по книге взяли, вот, такие вдохновились, пожертвовали,
Вот, такая говорит, ой, у меня налички нет. И такая, видимо, хозяйка ее была. Это говорит, можно я с кассы возьму? Говорит, да, возьми. Говорит, давай тогда нам двоим. В общем, с кассы взяли, пожертвовали. Вот, потом был кафешка, там шаверма, вот, пошла в шаверму, значит, и там молодые ребята сидели, ну, вообще молоденькие, вот, я говорю, ребят, читаете? Говорит, о, такой, говорит, а это у вас это индийские тем, индийская тема, Кришна, что ли? Говорю, такая, думаю, ничего себе, в деревне знают про Кришну. Говорю, да. Говорит, а я люблю индийские фильмы, сериалы, я там смотрела Махабхарату, Ситураму, про Кришну там какой-то фильм. Говорит, я знаю. Говорю, ну, держи тогда тебе книги, выбирай. В общем, там деньги были только у девушки, она, в общем, заплатила. Вот, он взял на пути к Кришне. Потом в этом же кафешке я пошла там этот шаурму, там мясо резала. Говорю, о, для вас книги надо читать, такой деятельностью занимаетесь. Вот, людей кормите. Не стала там говорить, что не богочестивый. Просто так. Он такой, ладно, хорошо. Говорю, возьмите, почитайте. В общем, взял он по ту сторону рождения смерти, пожертвовал тоже 100 рублей. Потом в этом же кафе зашел мужчина пообедать, говорю, пообедали, говорю, смотрю, уже это пища в желудок положили, теперь для ума, ну, вкратце рассказала, еще один шанс он взял, вдохновился, вот, выхожу, думаю, я там с одними поговорила, со вторым, ну, долго, думаю, мама там стоит, наверное, думаю, переживает, говорю, мам, ну, долго, говорит, а что так долго, говорю, сколько, мама такая, сколько книг распространила, говорю, 3, мама, такая, а, понятно, с каждым поговорила, говорю, да, говорю, а ты сколько, говорю, прочитала, так, а она на пальцах считала там, сколько она там, Хари Кришна, 67 Хари Кришна я повторила. Говорю, о, мама, почти круг повторила. Да, классно. Я говорю, ну пошли дальше. В общем, дальше там пошли. Вот, на улице одноклассницу встретила. Я говорю, о, я говорю, знаешь, я говорю, к маме приехала, говорю, тебе вот книги хочу тоже предложить. Сейчас распространяю. Это, говорю, моя основная деятельность. Я говорю, эти книги удачу, умиротворение приносят. Вот, ну, в общем, она вдохновилась, такая взяла. Высшая система йоги, говорю, мантрами занимайся, чтобы у тебя спокойствие в уме было, вот, потом что там еще, а в пятерочке тоже там несколько человек такие, они там это, мама говорит, иди туда, вдохновились, взяли, так тоже просто сказала, им, да, почитаем, конечно, пожертвуем, а в автозапчастях тоже там женщина говорит, ну, я не читаю, говорю, ну, хотя бы чуть-чуть, надо, говорю, очень благоприятно, вот. И она такая, ну ладно, говорю, ну пожертвование соберем. А, ну пожертвование соберем, дайте. Пожертвую, говорю, ну вам подарочек. Вот, а потом мама говорит, ну две последних книжки осталось. Вот, и мама говорит, вот, ну говорит, вон тот в хозяйственном. Говорю, не, мам, там вино написано. Говорит, ой, раньше был хозяйственный. Говорю, ну говорит, надо в вино идти обязательно, пусть книги читают, нечего вино пить. И мы с мамой такие пошли, и там как раз две девушки были, одна такая, ну, ее племянница, и вот, ну, тетя получается, а, говорю, как подружки выглядите, вот, я говорю, для вас книги, говорю, вот две последние остались, возьмите, почитайте, она такая, о, говорит, интересно, а я, говорит, как раз религиовед, я думаю, такая, ничего себе, в винном магазине религиовед и сидит такая, вот, я говорю, как-то я удивлена, говорю, прям со сном, говорю, такие люди все чистые уже, благочестивые, говорю, все книги берут, он говорит, да, интересно, вот, ну, взяла такая, а можно, говорит, вам перевести? Я говорю, да, можно. В общем, перевела. Вот, я говорю, ну, в следующий раз, может, вам что-то другое принесу. Она такая, да-да, обязательно. Говорит, интересно будет. Вот, ну, и потом мы, ну, вышла такая к маме, мама такая подсчитала, говорит, 11 книг. Я говорю, молодец, мама. Говорит, так, в эти мы, значит, входили, и мама там начала сразу думать, говорит, в следующий раз приедешь, пойдем в другие магазины, начала там уже планировать, куда пойдем, и говорит, тебе надо еще, тут люди поесть любят, надо эту высший вкус тебе брать, чтобы с людям, ну, начинать, чтобы они вегетарианцами становились. Мама, в общем, там уже у нее сразу продумывать начала, как проповедовать. В общем, говорю, хорошо, мам, в следующий раз приедем, пойдем с тобой. Вот такая мама вдохновилась очень сильно. До этого мы с ней, ну, пока я ее там стригла, красила, вот, прослушивали лекцию Вальмики про бум.
Вот, как раз у меня там было отмечено, что послушать по санкиртане. И как только включила, говорит, говорю, мам, это ученик, ну, и она такая, это же голос Хакимова. Я говорю, ну, это его ученик. Такая, говорю, нет. Ну, я говорю, ну, когда, ну, долго слушает духовных учителей, голоса, говорю, вообще внешность, интонация становится похожа. Мама такая, и, в общем, мы с ней прослушали, она такая прям это вдохновилась. Вот, так что потихонечку тоже мама служит. Спасибо, Махарадж, преданные поклоны. Спасибо, да, за нектар санкиртаны, Радханама еще у нас. Я вот хотела сказать, спросить у вас, у нас есть в чате Матаджи, которая делает фотографии ваши на фоне церквей, вот, и пишет, куда вы едете, в какой следующий город, как бы, откуда она, интересно, знает это. Ваши планы, ваши поездки. И это правильно ли это ну, делать? Либо вы нам сами сообщаете, куда вы едете? Ну, это Анатолию я сообщаю. Это он, наверное, делает. Нет, Матаджи какая-то делает. А он у нее как бы... Правда, Нама, они совместно это делают. Анатолий получает информацию, она как-то визуализирует это с... Ну, в общем, как-то они делают. Хорошо. Хари Кришна. Завтра у нас вторник, да, мы выезжаем в Кострому. Поэтому, наверное, почитаем 8 часов. Давайте. Сможем мы, да, 8 часов? Хорошо, Махарадж, 8 часов. Угу. Завтра тогда 8. Грандрачим от Бхагавад-гиты Акичай, Санкиртана-яги Акичай, Шрапрабху-чай, вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Всем хорошей проповеди, Санкиртаны. Спасибо.